Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео проедемся польским поселком Каменки. Проедемся, посмотрим этот поселок. Кому будет интересно видео, поддержите меня лайком за мою работу. Ссылочку на донат я оставлю в описании под видео. Кто хочет меня поддержать и мой канал, ссылочка под описанием видео на донат. Всем приятного просмотра! Заехали в этот поселок на велосипеде и едем, посмотрим это село. Курницкий повет, это население здесь 5500 человек проживает здесь. Уже я смотрю, что здесь элитный такой поселок, дома элитные здесь. И здесь вижу, новостройки строятся, новые дома. Вот. Вот с правой стороны видно новостройки. Домики новостройки строятся. Аккуратно, детки едут на велосипеде. Именно скорость сбавим, чтобы медленно-медленно ехать. Здесь недалеко, к Познани ехать. Там 15 километров. 15 километров к Познани с этого поселка. Каменки. Много работы встречалось мне в этом селе. Проедемся, посмотрим. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. А вот здесь такие вот кольца для баскетбола покидать. Классно, конечно. Подписывайтесь на мой канал, поскольку много людей смотрит меня без подписки, друзья. Вот. Всегда прошу подписаться и поддержать лайком и комментарием мой канал. Ну, это, как я вам и говорил, это даже и селом не назовешь. Это как элитный такой поселок. Дома такие коттеджного типа. Вот такие вот. Пригород. Возле домов по два, три автомобиля. Во дворе, точнее. А сейчас проедемся улицами. Посмотрим. Такие улицы здесь, в этом селе. Может, что-то интересное увидим. Будем ехать смотреть. Самому интересно поездить новыми поселками. Здесь дорога в тупик ведет. Видно, двухэтажные домики есть здесь. Добрый. Двухэтажные домики вот такие вот. Это, скорее всего, дом-близнюк. Как я ранее вам говорил, для покупки такого дома не нужно разрешение иметь от панства, чтобы купить.
а вот уже отдельно стоящий дом, то разрешение потребуется, например, для покупки такого дома. Вот такой дом и будет стоить. Не, это близнюк тоже. Для такого не потребуется ничего. Это близнюк. А если отдельно стоящий домик, то там уже, конечно, потребуется разрешение для покупки такой недвижимости. Здесь видно мойка для автомобилей. Вот она. В поселке моечка. Супермаркет. Куда проедем? В ту сторону. Давайте проедем в ту сторону. Посмотрим, что там есть. А потом вернемся обратно, как в центр. Я так понимаю. С той стороны сзади нас центр. Сейчас проедемся здесь, а потом поедем туда. Центр медичный, Каменки. Поликлиника здесь, да, НФС. НФС это расшифровывается государственная клиника. Не суббота, а выходной. Здесь вот видно площадка для детей, детская площадка. А здесь, я так понимаю, автобусы приезжают сюда. Вот видно одна остановка. Вторая остановка, плац такой. Здесь места вот для велосипедов. Можно оставить велосипед, замкнуть и поехать. Это что здесь? Оглашения какие-то. Здесь улицы, бюро Рахункова. Так как я ранее вам говорил, на дому фирмочки какие-то люди занимаются своим делом. СТОшки, там бюро разные, Рахунковые. Вот. Каждый по-разному занимается. Здесь вот так вот сделано. Как такой плац. Посмотрите, как все ухожено. Сколько здесь людей работает. Забавковый плац здесь. Но здесь нет, здесь очищальня. А плац немного дальше. Если проехать, будет плац. Сейчас проедем, посмотрим, плац какой есть, забав. Видите, рядом с детской площадкой есть биотуалет. И детская площадка здесь для детей. Вот там тренажеры, мест вот для велосипедов есть, там много детей играет. Не буду ехать снимать, там такая вот площадка. Едем дальше.
Да. Скоростявы делаются. Вот участок продается, друзья. Делка Будовляна. Вот этот участок, я думаю, если здесь свет и вода есть, то будет прилично стоить здесь. 1040-50 долларов будет так точно стоить. Ну, местность здесь, конечно, хорошая. Тихо, спокойно. Не городская, скажем так, суета. В городе, конечно, жить, особенно в центре, парни говорят, суета такая, шумно. Постоянно шум, какие-то движения непонятные. Не сильно и хорошо, конечно, в центре города жить. Да я скажу так, вот таких вот поселках жилье гораздо дешевле, чем в городе. А еще дальше, если оттолкнуться километров 30-40, то там еще дешевле будет стоить недвижимость. Ну, такой дом близнюк где-то будет 120 тысяч долларов стоить. Здесь половина, точнее, дома, не целый. Сколько это так строят, много такие дома для двух хозяинов. Здесь тоже видно урна вот. Фонари, освещение. Вся земля пустует. Еще не застроили. С этой стороны, с этой вот, видно. Травой так пахнет. Запах степа. Класс. Сейчас направляемся к центру, проедемся центром, там супермаркеты, вот, а здесь вот как озерка такое, есть там заезд, наверное, нету, таблица была, террен приватный, частный участок с озером, классно. А вот здесь, обратил внимание, а такая вот карта есть села этого Каменки. С нумерацией домов совсем. Классно. Рослинный осередок. А здесь выращивают цветы и продают на продажу. Цветы выращивают. Ну, классно, конечно. Бизнес такой у кого-то. Вот домик такой старенький. Много цветов насажено. И старенький такой домик.
Здесь вот указатель бургеры. 100 метров направо и бургеры продаются. Очень вкусные бургеры здесь. Один бургер что-то 30 злотых. 300 гривен, короче, бургер. Но очень вкусные. Сейчас подъедем, посмотрим. По-моему, последний раз я брал по 30 злотых за бургер здесь. Ларек с мороженым. Мороженое продается. Это здесь центр считается, друзья, в этом селе. Вот баннер 800 метров. Стоматология есть в этом поселке. Здесь этот центр считается, супермаркет Netto есть, Росман, вот, много киосков таких вот. Сейчас подъедем, посмотрим бургеры. Пускай проезжают автомобили. Аптека есть вот здесь. И сейчас посмотрим цены на бургеры. Ставим велосипед. Вот здесь цены такие. Видите сами. Соус 2 злотых. Кола по 7 злотых. Вот так вот. Добрый? Добрый. Бургер. Цены на бургер. Вот цены 30 злотых, как я вам говорил. 32, 34 злотых. Такие вот цены. Так, едем дальше, друзья. Пройдемся еще немного центром. Едем. Покатаемся немного еще. Здесь супермаркет Netto, но это такой не очень хороший супермаркет. Выбор здесь не особо такой, скажем так. Здесь тоже бургерная. На каждом шагу они бургерные здесь. Видно. Почкоматы ТХЛ стоят. Здесь магазин с цветами. Ну классно, конечно, в поселке и выбор такой огромный. Товаров здесь видно с правой стороны, как дворец такой строится, стройка. Реально дворец получится. Так, развертаемся обратно, поскольку мы там уже проезжали. Будем направляться уже домой. Уже вечер. Еще немного и будет темнеть. Нам нужно еще успеть приехать домой. Полчаса езды. Будем ускоряться. Такой ролик получился, друзья. Кому было интересно видео, поддержите меня лайком за мою работу. Ссылочку на донат я оставлю в описании под видео. Будьте здоровы, друзья!
и счастливы. Всем пока, друзья, и мирного неба над головой.